Значит, программа «Киоск». Значит, в программе App Store есть не только игры и программы, но и журналы. Значит, когда-то вы ходили в киоск на улицу, да, покупали какие-то журналы, газеты и так далее. Компания Apple давно перевернула печатные издания в другое направление, да, то есть в электронный магазин. И сначала очень многие жаловались и не хотели этого делать, но в любом случае, значит, даже в книжке про Стива Джобса писалось о том, что им просто пришлось подчиниться, вот, и перевести в электронный вид. Сегодня печатные издания намного меньшими тиражами уходят с прилавков, вот, нежели через электронные магазины. Значит, раньше на четвертой прошивке, то есть сейчас мы, естественно, рассматриваем пятую, значит, раньше на четвертой прошивке, когда вы скачивали какой-либо журнал, он отображался просто у вас на рабочем столе, как какая-то программа, да, то есть какое-то приложение. Теперь вы все скачанные вами, значит, журналы, они попадают в программу «Киоск». Ну, давайте продемонстрируем. Значит, заходим в App Store, нажимаем «Поиск». Значит, по моему мнению, журналов у нас не особо много. Вот, точнее сказать, что почти нету. Вот, ну, интересных, да, которые бы хотелось читать. Вот, да и большинство из них используют первый выпуск бесплатно, а все остальные нужно покупать. Ну, это уже дело такое. Значит, скачивая... Ну, естественно, вы можете журнал находить не по названию журнал, да, а вы можете находить, то есть, ну, те, которые вы хотите. Ну, вот, ну, например, выбираем там какой-то самый первый. Нажимаем... Он, кстати, он много весит. 13 метров. Нажимаем бесплатно, нажимаем установить. Вот. И обратите внимание, он автоматически попадает в программу «Киоск», а не на рабочий стол, просто в, ну, в виде приложения. Значит, естественно, точно так же идет загрузка, вот, точно так же идет установка. Значит, здесь, естественно, если у вас будет очень много их, да, это будут полки, вот, разные, ну, выглядят они очень красиво. Приблизительно подобный интерфейс используется в программе iBooks, которую мы будем в дальнейшем рассматривать. Значит, киоск собирает все ваши подписки на все журналы и газеты, грубо говоря, в одной полке. Значит, при выходе нового выпуска появляется специальная наклеечка у вас на программке о том, что вышел новый журнал. Вот. Естественно, они автоматически скачиваются, вот, как только вы подключаетесь к сети Wi-Fi. Открывать журнал можно простым движением руки, да, то есть даже пальца. Вот, после чего вы сможете смотреть. Собирается, ну окей, не вопрос. Так, это уведомление, да, о том, что если выйдет новый журнал, да, чтобы нас оповестили. Так, сейчас давайте выйдем, еще раз зайдем. Обратите, кстати, внимание, когда новый журнал, да, вот такая вот картиночка, вернее, такой лепесточек новый. Вот, на шестой прошивке, кстати, каждая программа так будет отображаться новая. Так, что у нас? О, боже мой, тут какие-то... Нет, спасибо. Вот, и здесь у нас идет первый, вот видите, сразу купить. Вот, а остальные, скорее всего, у нас будут бесплатные. Ну, в общем, приблизительно вот так вот работает сама программа «Киоск». Вот, я в дальнейшем, ну, думаю, что вообще затрагивать ее не буду. Вот, так как, опять же-таки повторюсь, я не нашел для себя интересных журналов. Вот, поэтому оно мне даже не интересно. Значит, удалить отсюда журнал вы точно так же зажимаете, как, к примеру, какую-то программу. Нажимаете удалить и еще раз удалить. И в принципе все. После чего вы фиксируете кнопочкой Home. Значит, для нашего рынка я думаю, что эта программа абсолютно бесполезна. Вот, но опять же таки у каждого на вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Поэтому заходите в App Store, смотрите, ищите журналы. Возможно, вам какие-то понравятся. Я буду только рад. Если вы будете действительно пользоваться данной программой, то я только за. Значит, перейдя в настройки, зайдя в магазин, после того, как вы настроите, начнете скачивать программу, у вас здесь появится еще киоск, вот, после чего вы сможете включить автоматические загрузки. Ну, в принципе, на этом все.